и сказать, что самое главное, поддерживайте друг друга, вместе мы сила, и не ведитесь, не верьте то, что вам что-то говорят, верьте своим глазам, присматривайтесь к людям по их поступкам, а не потому, что они говорят. И все у вас получится, живите трезво. И помните, что под лежачий камень вода не течет. Работайте, развивайтесь, не тыкайте в кого-то пальцем, не обвиняйте в своих проблемах кого-то, а сами старайтесь их решать, и когда вы научитесь их решать, все у вас будет хорошо.